Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10, урок 8. Реши уравнение с комментированием. Первое уравнение. А разделить на 7 равно 7. Чтобы найти делимое, нужно частное 7 умножить на делитель 7. А равно 7 умноженное на 7. А равно 49. Б умножить на 4 равно 28. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 28 разделить на известный множитель, на 4. B равно 28 разделить на 4. B равно 9. 63 разделить на C равно 9. Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое 63 разделить на частное 9. И мы найдем делитель c, он будет равен 7. 7 умножить на d равно 56. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 56 разделить на первый известный множитель, на 7. D равно 56 разделить на 7. D равно 8. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.